Привет, с вами Крошик Дэй, и сегодня мы в прозрачный слайм будем мешать желтые ингредиенты. Да. А что это такое? Это все желтого цвета. Что именно? Это детский крем. Еще вот детский крем. Это что это такое? Косметика. Желтый слайм. А это? Золотистые такие вот блестинки, да, Рина? Да. Что еще у нас тут? Пайетки. Папа, я узнал, что это золото. Золотишко? Да. Это золотая пыль. Тоже косметика. Тени, туши, лак. Тоже косметика. Помада, смотрите. И да. Слайм, еще один слайм. Такой прозрачный, желтого цвета. А это что такое? Это скраб. Скраб? О, и с ложечкой. И скраб. В общем, все, что связано с косметикой, слаймом и лак, вот, да, это да и для ногтей, это и кремом. Короче, авокадо. Все, что связано с косметикой и слаймами, все будет желтого цвета именно в этом прозрачном слайме. Итак. Так, погнали! Ариночка, представь, абсолютно несовместимые жидкостя будут в этом слайме. То есть это лак для ногтей, который так просто в руки не возьмешь, потом будешь долго отмываться. Помада. И вот это все мы сейчас намешаем. И посмотрим, оно будет желтого цвета и какую консистенцию оно будет иметь. Ладно, давай начнем. Давай, мне уже интересно и любопытно. С чего начнем? Давай с блесток. Давай. Блесточки. По всей площади, давай, по всему вот этому разбросай. Блесточки, я обожаю блески. Кто обожает блески, так как я, ставьте лайк. Скажи, пап, как будто золото. Так, вот у нас такой слайм. Класс. Такой густой, он практически как холодец, но это так надо, это задумано так. Смотрите, как настоящее золото. У меня есть идея, что я добавлю следующее. Да, что? Не хватает крема. Крема, действительно. Надо, чтобы были мягенькие, нежные ручки. Добавляй весь крем туда, выливай. Не стесняйся. Ну все, мне как. Арина, он белый. Ну ладно, пусть будет белый, да? Да. Осветлим желтый цвет. Да. Белый всегда осветляет цвета, да, Аринка? Да. У меня есть еще предположение, что лак... Смотри, мне уже нравится этот слайм. Это папа, убери. Смотри, ручку, какой прикольный. Убери ручку. Ноготки подкрасим, да, слайм? Да. Делаем маникюр слайма. Да, мне кажется, все. Ух, ой, запашок какой. Ой, лак ядерный, ой, такой термоядерный. Да. Так, помогай, Арина. Следующий я хочу добавить скраб. Давай, добавляй. Убери ручку, пап. Давай, высыпай. Ну, я думаю, мне весь надо. Весь, не стесняйся. Мне интересно, какой у нас будет слайм. Я хочу какой-то эксклюзивный, необычный слайм. Я тоже. Слайм это химия. Смешание нескольких веществ. А если мы добавим какие-то вещества, которые еще не раскрыты учеными, а вдруг, может быть, слайм поменяется по типу, и мы откроем новый слайм, который папа, еще никогда мир не видел! Папа, ты сейчас пощупал, он такой приятный! Но я не буду щупать, там лак для ногтей. Арина, смотри, что у нас получается! Вау! Какой красивый ядерный желтый цвет, да? Помаду? Да, помаду. Давай ее. Ладно, давай добавим немножечко помадки в наш супчик. Я хочу добавить блесточки. Вот Арина, давай, вот. Добавляем. Так. И не забудь помешать. Помешиваем. Я хочу слайм уголок. Слайм становится очень тяжелый. Ну, теперь я в уголке хочу. Хорошо, вау. Знаешь что? А я думаю, надо будет добавить вот такой, вот такие блестинки. А я в такие. Давай, давай вместе так. Притрутим с Новым годом всех. Как красиво. Да, золото, золото. Давай добавим эту помаду. Давай, все прикольно. I see it trickling all too fast, but I'm not leaving.
добавили немножечко бальзама. Для губ. Он ядерного желтого цвета, и он хорошо красит наш слайм. Да. Ринка, что у тебя в руках? Хайлайтер. Прикольно такой, как какая-то шоколадка. Как батончик. Да, и давай, да. Делай как-то... Как давай, сейчас, секундочку. Как суши берем. Оп, как отчикали, да, ножничками. О, ты все высунула, да? Давай еще раз, подожди. Вместе стой. Ты пластик только что делай. Да, давай, помогай. Аринка, смотри, пузырь! Откуда? Может быть, реакцию какую-то вступил наш слайм? Да! Ой, он сдулся, да? Давай еще помешаем. Давай. Слушай, мы случайно бомбу не сделали? Я не знаю. А? Как ты считаешь? Мне кажется, сделали. Вау! Папа, зря ты сейчас его не трогаешь. Ладно. Если вы поставите лайк, я... Попробуй этот слайм руками и скажу. Невзирая на опасность. Потому что здесь лак, здесь куча химии. И это уже действительно стрёмненько этот слайм брать в руки. Но он прикольный. Он знаешь, он как резина, и в то же время не резина. Да. Сейчас это твёрдое. А ты знаешь, что самое интересное? Я тут помаду нащупала. Да? Ну только не крась себе губы. Арина, а пахнет он классно. Ой, смотрите, пузырь, он опять в реакцию. Сейчас, наверное, что-то рванет, да? Это не бомба. Оно вскипает. Ты чувствуешь, как оно шевелится, Арина? Фу, оно выливается. Смотри, оно тянется. Куда? Арина. Ты куда? Все. В общем, у нас такое прикольное получился слайм. И вот такие у нас у него руки. Наш слайм наконец-то готов. С вами был... Крошик Дэй. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока! И что нам теперь с ним делать? Я не знаю, но здесь все липкое, и оно не отмывается! Каждый сам за себя!